Запись с вами бой снова боя Шредера. Ой, снова бой с Полона. Короче, решили сразиться. Выяснить, кто сильнее, Раф или Шред, как обычно. Решил, думал, сейчас прямую трансляцию замучу, но не замутил, короче, и вообще почти с середины боя начал, так что вообще пох. Я тут, короче, записываю, я так решил. Ну что мы видим? Ой, сноубой сделал. Сверло попал. Так, фу, сейчас. Что-то с мыслями не могу собраться. В общем, Шред пока ведет, атакует, делает вихри, но сноубой попадает мечом, попадает сверлом. Два раза, два мяча пропускает с полом. 3-1 счет становится. Договорились в Т10. Ну, короче, до 10 типа. Так. Спол неудачно прыгает, сноубол закусывает, обменялись ударами в блок, пока ничего. Но тут опять неудачный прыжок с полона и попадается на сверло. Опять пропускает сверло. Сноубой хорошо миксует. Ну как, это пока не миксы, но просто, как сказать, короче, попадает, да и все. Но быстро все проебывает, так сказать. Короче, пропустил вихрь и пропустил бросок. Ну и там до этого пару ударов пропустил. В общем, короче, Раф дохлая черепаха, мало хп. Так, попадает несколько раз, он попадает, точнее, уже два раза сверлом, но Шред отвечал вихрем. Прыжки на месте, попытка на комбу, Раф закусывает, пятка сверло неудачно. Успел отпрыгнуть и добил сверлом. Решающий третий раунд. Попадает в ногу Шреда. Шред очень часто прыгает. Не знаю, я бы на месте с полом не прыгал. Не знаю, не так играю. Вот. Раф выбирается из угла. Тут так коллизия, или как это сказать. Ну, в общем, не закусил почему-то Раф. Ну и этот раунд за Шреда все-таки. Да, еще успевает пустить мясо. Три два счет. Ну, я думаю, с полом выиграет тут. Все-таки Сноубой не тренил оригинал. Одну и ту же карту берут, неинтересно. Так. Два сверла схавал Шредер. Заблочено. А тут вот что-то он не заблочил. Он, наверное, делал подбег. Но он, как обычно, как в оригинале, не бежит, не кидает. Все в блок. Тут попадается на мясо. Точнее, успевает. Подбежал, перекинул. Молодец. Можно взять мяч. Ну или ладно, не можно. Тут у Шреда надо кидать, да. Ух ты, нихуя себе. Прям на последней секунде. И тут с полом либо бомбанул, либо
поаплодировал. Ну, будем считать, что аплодировал. Так, не попал. Попал пяткой. Не ручку дал. Попал сверлом. Ножка. Закусь. Очень грамотно. Чувствует расстояние сноубой. Ну тут он ошибся, ручка долгая в оригинале. Ух, какое выбивание крутое. И почти все растерял преимущество, что так долго копил раф. Но все равно выбирается и закусь. Тут сполон мог бы кинуть, но... Ну не кинул, короче. Задумался. Ну хотя бы, наверное, я тоже не успел бы среагировать. Четыре, два счет. Опять попадается на ловушку, на ловушка сполона. Но пропускает сверло, мясо левое, короче, добежал, кинул, правильно. Тут ошибся раф, сделал ручку. Ну, как грамотно, блин. Надо поучиться. И тут, конечно, раф. Габелла. Сдох раф. Умер. Умер, подох, сгинул. Ну, так ему и надо, раф этому, блин. Проклятым. Шретемба. Так, о, вот это да, вот это наебочка, но не прошла. Тут неудачный подпрыг или что это, я не знаю. Короче, почему-то раф не закусил. Ой-ой-ой, ну тут что-то вообще. Даже напишу кек в комментарии. Блять, где интер? О. Опять ловушка сполона. Ух ты, почти. Добежал, кинул. Тут не успел добежать. Опять ловушка сполона. Ух, как ручкой попал. Редко кто сейчас использует вот этот прием, но он достаточно эффективен. Прям в самый вниз попадать. Ух, перехватил. Молодец. Ну, он, ну, на турнире со Шредом там одни только перехваты, блин. Сполон пишет арену, давай сменим. Не согласен с ним. Так. Неудачный прыжок. Закусь. Слишком рано сделал ногу. Точнее, слишком рано прыгнул. Поэтому сверло попало. Тут мясом успевает. Заблочено. Попал ручкой. Отлично. Добежал, кинул. Ух ты, как он... Он так подошел, постоял такой, типа, ничего не делая. И сбил с толку противника. Ну, блин, сполон вообще. Хитрец, молодец. И 4-4 сравнивает. Потненько. Ноздря в ноздрю. Все, теперь он тут не попал ручкой. Полон грамотно прыгает достаточно. Но попадает на мясо раф. Неудачный прыжок. Хотел миксануть ножкой, но это достаточно. Я думаю, опасно так делать вблизи Шреда, потому что мясо и все. Попал на мясо.
Спол не берет мяч, вообще не любит брать мяч. Ну и тут растерял свои хп. Ну, Спол он тут ошибся слишком. Прыжки такие какие-то неудачные, так сказать. Раф все контрил. Ух ты, попал. Добежал, кинул. О, второй бросок, да. Я так люблю делать обычно. Ножка. А, не, неудачно прыжок. Точнее, может, прыжок был удачный, но Раф спрыгнул вовремя. Добежал, молодец. Сожрал. Заблочено и не добежал. Надо было мясо пускать, наверное. Слишком поздно начал бежать, кидать. Там видно было прям. И 5-4 раз. Впереди, впереди. Так. В блок он добежал. Можно еще. А, нет, попал. Ой, слишком близко, Раф. Подбежал, зажал в углу, все. Раф в углу, но это. А нет, выбирается из угла. Неудачно. С полом прыгает. Очень, очень сейчас опасно было с этой ножкой. С полом почему-то не среагировал. Надо было мясо пускать. Тут на тоненького. Ой, мячом попадает. Хотел второй раз взять мяч, но не взял. Ну и... Шредер побеждает. Потому что Раф пропустил вблизи вихрь. Да, Сноубой часто их пропускает. Попал пяткой, но не попал сверлом, заблочено. Можно было выбить. Ручка неудачная. Ой-ой-ой. Как опасно было трольско, так сказать. Ну тут можно. Ну так можно добить. Но я бы добил этим. Подбежал и, короче, вверх пнул, так сказать. Ну, как обычно это делается. Ну, 5-5 счет. Ну, мне кажется, у Шреда миксапов здесь больше, чем у Рафа. Поэтому Шред посильнее будет. Ой, оба бежали кидать, но Спол в последний момент очканул, так сказать. Опять закусил, ой-ой-ой, что утворяет. Не попал. Хотел кинуть, но что-то не добежал. Неудачный прыжок и закусь, да. Что-то почти перфект. Короче, разозлили Сноубоя, сказал, что за хуйня, ебать. Че моего Рафа так кидает? Прыжок, еще прыжок, прыжок, блок, опять блок. Надо чуть было ниже. Два броска. Закусь. Ручка. Надо было мясо. И почти выбивание. Не попал вихрем. Не добежать. Ручки свет. Ой-ой-ой. И тут на тоненького. ХП почти равно, но Раф впереди пока. Ух ты, блин. Но он по-любому Раф делал не сверло, а мяч кидал. Сейчас спрошу.
выбивание. Попал. Попал мясо. Закус, неудачный прыжок. Ух ты, два перекида. Почти добежал. Добежал. Как ты выпрыгнул, как? Вот, я из-за этого говорил, ножки тут как бесполезны, как по мне. Почти попал. Перебил сверло. Выбивание могло бы быть. Если б Шред дальше побежал, на ручку бы наткнулся. Ну, тут Шред проиграл, да. Шред растренен просто в хлам. Даже мясо сделать не могу. Попал ручкой, но чуть не побежал, не кинул. Заблочено. Ой-ой-ой, ух ты, блин. Попался на ловушку сноубоя. Ловушка с пола на ловушку сноубоя. Ну, блин, а что за прыжок? Тут добежал. Ну, сноубой почему-то сверло не сделал. Взял мяч. По любасу мяч хотел кинуть. Но сделал сверло. Бывает такое у Рафа. Кидаешь мяч, делается сверло. Делаешь, берешь косей мяч, делается песок. Попадается на закусь. Ух ты. Пропускает. Ну чёрт, ты дальше не побежал, ну обычной кнопкой же. Как X-Ray учил. Да, пёр почти. Давай тощи. Ножка попал, неудачно отпрыгивал. Эти прыжки на месте, блин, опасны, как по мне. Во, правильно. Попадается на вихрь. И один пинок. Оригинал. Короче, у Полана проблема с мясом. Не делается мясо у Шреда. Поэтому я в оригинале делаю нога мяса, потому что так более неэффективно может быть, но на верочку, когда нужно именно мясо делать. А если ты делаешь просто мясо, он делает ручку, а потом мясо. Но тут Шред с полом разозлился, короче, давай перекидывать налево-направо этого Рафа.
Добеги делать. И Раф сожрал три мяса, кажись, вообще. Короче, мясной король. Мясного короля включил. Ага, вот теперь Шарет перехватывает, перекидывает. Неудачно. Вот это нихера себе, вот это. Блин, да. Вот это он поймал, конечно. Ну что это за мясо? У нас снова спон. Зря мяч брал. Может, он не мяч хотел взять, а что-то другое. Он, наверное, ручку хотел пихнуть. 7-7, выравнивает счет. Употно. Болею за спона. Давай с полом тощий. Накануне, блин. Честь Шреда. Перекидывает второй бросок. Ух ты, правильно. Заблочено. Мясо неудачное. Точно не попадает мясом. Тут попал мясом. Это ножка долгая. Ух ты. Кидает вблизи. Блин. Взял мяч. Заблочено, кинул. Молодец. Добежал. Красава. Уважаю. Мое уважение. Мое увлажнение. Перекинуто. Левое плечо. Попадает еще. Вот это мясо в сумму. Неожиданно такое мясо. И почти перфект. 8-7. Вспомнил, вырывается. Вперед. Впервые за этот матч, так сказать. Сменили карту наконец-то. Ловушка Шреда, ловушка с полона сработала чуть-чуть по-другому. Сработала с броском, пропускает сверло, пропускает закусь, хорошо миксует сноубой, ножка, нога попадает, но вихрь не попадает, заблочено. Слишком далеко отходит сноубой, чтобы сделать подпрыг закусь. Не берет мяч, хотел подловить сноубой на этом. Хороший прыжок с ножкой и перехват. Вот это, блин, да. Нихуя. Нифига он на спидах. Ловушка спалена. Опять какой раз попадает на это сноубой, уже можно было запомнить. Отбивается. Пытался сделать закус, но далеко, и ручка эта неудачная всунул. С полом подбежал, кинул. Еще попал вихрем, но снова подбежал, кинул. Насувал ножку нижнюю, и ух ты, блин. И, короче, в конце в пах попал, короче. Черепахи. 9-7, короче, да. Один раунд, так сказать, осталось выиграть. Но вдруг сноубой закомбачит, вдруг сейчас как разозлится. Включит спиды на своем, как это называется. На чем он играет? Не на Джо, а блин, на стике. Стик же это вроде.
нажмет на стике кнопку Изи Вин, и сейчас начнет выигрывать. Ну, короче, пока проигрывает. Пропустил два мяса, бросок пропустил. Ой-ой-ой, тут можно, надо было закусывать. Не попадает. Ух ты, блин, вот этот мяч пролетел, конечно. Не повезло здесь. Сноубой. Да не, это не глюк. Ну, может и глюк, я честно не знаю. Сблок. Ловушка спалена. Ловушка с полом не сработала. Ой, не успел зарядить сверло. Мясо, правильно. Заблочено. Ух ты, вот эта ножка. Да, вот это пропустил. ГГ. ГГВП. Сноубой проиграл. Ну все. Все ясно. Шретенба. Сейчас, может, с полом сыграю. Нет, с полом устал. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Спасибо, всем пока.